В этом видео посмотрим, как сделать вот такой интересный эффект наложения текста на видео. Первым делом нам нужно подготовить сам текст. Заходим в приложение InShot, выбираем вкладку «Видео», «Новый» и выбираем пустой слайд. По умолчанию этот слайд у нас черного цвета и длительностью 3 секунды. Если мы хотим поменять длительность, заходим во вкладочку «Время». Здесь мы можем либо ползунком поменять, либо возьмем редактор. И здесь можно с точностью до десятых долей секунды выбрать время. Вот, например, 4,6. Чтобы поменять цвет, заходим во вкладку «Задний фон». Здесь мы можем либо выбрать цвет из однотонный цвет из такой палитры, либо войти в цветную палитру и здесь рычажками выбрать нужный нам цвет. Но в нашем случае больше всего подходит темный. Мы выбираем его, соглашаемся. Теперь мы можем убрать надпись InShot. Для этого просто нажимаем на нее, смотрим короткую рекламу, и эта надпись убирается. Бесплатно снять. И теперь можем добавить сам текст. Заходим во вкладку «Текст». Еще раз нажимаем «Текст». Вводим наше слово. Расширяем его на всю ширину экрана. Подгоняем. Теперь я хочу, чтобы буквы были потолще, поэтому я захожу во вкладку «Граница». Это на самом деле обводка. И делаю обводку для наших букв. И теперь нам нужно поменять цвет нашего текста вместе с обводкой. Сделаем его ярко-зеленым. Почему зеленым? Вы уже, наверное, догадались или скоро увидите, почему зеленым. Соглашаемся. Теперь саму эту надпись мы растягиваем на длительность нашего слайда. У нас 4,6. Соглашаемся. Смотрим, что у нас получилось. Ну а теперь еще мы можем добавить к нашему тексту анимацию. Выбираем «Редактировать», и здесь есть вкладочка «Анимация», как наш текст будет появляться и исчезать. Мне понравился вот такой эффект на входе и точно такой же эффект на выходе. Соглашаемся, смотрим, что у нас получилось, и сохраняем это видео на наш телефон. Теперь снова заходим в InShot, выбираем видео, новый, и выбираем фоновое видео, которое у нас должно будет просвечиваться сквозь наш текст. Здесь снова убираем надпись InShot. И здесь мы можем подредактировать наше видео. Я, например, хочу, чтобы в кадре была только вода, поэтому я расширяю и выставляю так, как мне нужно. Дальше. Наше видео длится 9 секунд. Мы можем его немножко ускорить. Для этого снова заходим во вкладочку «Скорость». Здесь выбираем «Скорость». Подгоняем наше видео. Но вот нам нужно 4,6. Здесь можем обрезать. Вот таким образом. Это наше фоновое видео. Теперь заходим во вкладку «Пип». И выбираем наш подготовленный текст. Чтобы его растянуть на весь экран, нажимаем вкладочку в правом углу. Оно растягивается на весь экран. Теперь у нас выделено верхнее видео. Заходим во вкладку «Хромакей». И выбираем наш зеленый цвет. И чтобы убрать артефакты, которые там остались, введем рычажком прочность, можно вплоть до 100% довести. Соглашаемся и смотрим, что у нас получилось. Получился вот такой красивый эффект. И теперь нам остается только сохранить наше видео на телефон. Ну что ж, друзья, если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в новых видео.